Бляха, ну нахуй так делать, индейец какой-то. Хильте, хильте, а только один шаман здесь. Можно РЛ передать. Ваня, тут? Ну давай. А, подожди, Сустятенко, у тебя в ДК есть? ДД во тьму можно. Сейчас я зайду на свой хинчпать. Да, для второй рестлинг поздновато. У тебя ж 10:30. Ну я ж не о себе думаю, о других. Я вообще могу до 2 часов сидеть. Но остальные ж не будут сидеть до 2 часов. Если все сейчас присутствующие в РК в рейде положат руку на Библию и поклянутся, что досидят до 2 часов на 2-3 рест, да, я соберу. Сержик, ты тут? Да, да. Ну, ты можешь с собой пойти? Да, где? Конечно. Давай. Сейчас трэш до танка и зайду. Так лучше, да, лучше будет так. 2 совы в свету. Ты чё, ЕП на чарма, окей? Ну ты напишешь в РК только. На ночь. Дрета, осквернение, в свету знаешь, как хилить? Ручками? Чего? Девчонка позитивчик. А я не знаю, блин, я последний раз была тут 3 года назад. Знаю, что вылезают мобов, знаю, что вылезают мелкий трэш, большой трэш, сейчас вот он сдохнет. Большой голем вылазит. И так далее. Ну метки. Как надо захиливать там? Чить земле на БДК, хилить его, протопало. Хилить я умею, это вот не надо. Видели. Метки. Стенки. Стоять за спиной у рейда всего, когда трэш выходит. Не умирает. За спиной протопала, который держит трэш. Ага. Ставить. Тут протопал. Если будет на протопале метка, она умрет нахрен от трэш. Надо смотреть на огонь, откуда он вылазит. Гимн. Ой, ставить тотем по команде. Ну так дальше. Помогать хули пау хилить танка. Так, а кто там должен был зайти? Сержик, ты зашел? А? Нет, я хожу, трэш танчу. Я же Фурика спекнулся. Ой, Фурика, Потика. О, Эрдру пришел. Эрдру хил. Так, я уже полчаса хилю.
Так, хорошо. Да? Там как бы Ршам Инер просил. Я так-то давал Инер, только да, два уже отдал. У тебя есть мольба Пандоры Трини? Ты у кого спрашиваешь? О, скверни. Тоже интересно. А мольба Пандоры, разве это не Холи Пауская? Нет. Трини на Монориде. Ты, может, про утешение говоришь? Нет, ты где-то не слушаешь его. Да, я перешел. Он, походу, пьяный. Утешение, да, утешение. Ну вот, а, оно у тебя и стоит. Да. Знаем, куда пришли. Стой, стойте, не агрите, тут трэш-командиров, сзади веду трэш. Паладины, вы что-то бафали уже? Чем больше бафов, тем лучше. Баф и кулак тогда. Белин, щиты, копарка, каски. Давайте чекнем, сколько людей здесь. Сейчас это спать, пати дашь. Минус 6. Минус 6 это плохо. Давай, пати. ПДК умирает. Ну, его надо хилить. А, зачем ты пулял трэш тут, господи? Ну, мы этот не убили. Тут половина рейдов, кажется. Смотри, я Глору держу на коне, блядь. Тяжелый конь понадобился. Ралли, ты зайдешь? Стоять. Да там... стойте, БДК же нет. Ну и зачем Белин ты спулил? Это не я спулил. Ладно, там два танка есть, сойдет. Бейте я командира. Олег, давай поменяем Мору Винда и Айсфриза местами. Айсфриз ФДК. А Мору Винд БДК. Ну, блин. Мору Винда. Сказал БДК. У него АДК есть. Что он в БДК сейчас делает, не знаю. Забыл спекнуться, наверное. Это БДК ДД. Да я знаю, что БДК ДД. Да, действительно, Морвинда нет. Сейчас сделать спект. Пускай он потанчит, а я АДК тогда буду. А, Моровин, ты танчишь или же Геру? Геру нет, не танчу. Ну ладно, давай уже не сегодня. Да. Делай АДК. Я в АДК, наверное, два раза в РСК были, три, блядь. Кто ВД? Я тоже. Да ты чаще был, я танчу всегда.
Если Аршам будет много падать, вы будете давать много ГП и кикните? Ну, если ты будешь падать по-тупому, как туда. А можно как-то падать по-умному? Ну, не по своей вине. Если на тебя трэш не на поле, точнее, трэш не на поле или трэш пришел, лужа как он криво развелась. Ну, ты умер, ты умерла. Это не твои косяки. А если ты метку не туда вынесла, под дыхание залезла, еще чем-нибудь умерла слишком близко к этот трэш, то это твои косяки, это тупой вот твой. Ну что ж, по стандарту по меткам, да, там типа первую в одну сторону и потом в шахматном порядке, да? Светуйся метки назад. Поворачивайся на сторону. Просто надо? Да, выносишь метку. Сколько у вас легко? Это в свету. Во тьме надо смотреть за лезвиями. Если на тебе метка и лезвие одновременно, то ты бежишь в сторону морды босса. Ага. Давайте-ка пару кричать, чтобы он каску бафнул. Я ему сказал уже. Главное в лезвие не забежать. От лезвия надо отбегать. К стенке. Сейчас он раздастся только с самолюбием. Смотрите на моего ДК, блин, да конец мечом такой тип. Кто на аренате? Джерион. Танки не попадают. Хзы. Да сдавай каски, не надо ждать ДК того, он делает спек. Уже сделал, видимо. Моровинд, скажешь, когда будешь готов? Хорошо. Чек. Пути сейчас чай. Термо заходит. Не пец, ты тут. Да тут я говорю, термос сейчас закрою и все закрыл. Анты. Анты. Горите в окне хозяина. Вступление надо снимать. Выступление. Горите в огне хозяина. Да, почему в огне у меня метка действует? Это не та вода. Горячая вода. Но неправильная. Ну да. 40 градусов. Так, Джиллиан, ты не готов еще, да? Суды должна быть эта вода. Че, без холи пала, захили эти трех танков? Сейчас поспекну сила, да. Спекни сила. Без хопала пока по хилям. Он там делает спектр. Значит, воет босса. Воет босса, нокдаун первую копию, вторую билин. Под вторую копию прожимаетесь, даешь сакру билин и начинать. Начинай. Кулак. А, кулак есть. Все. Да, по возможности у кого лучи появляются, отбегайте на дистанцию. Лучи от босса вот эти. Они пропали. Меньше будет урона по танку. Да, ты вторую копию. Розетта, ты поднимаешь сразу танка, если он падает. Не буду пока тратить БР.
Интересно. Классно забрал. Мне понравилось. Даже никто не успел убежать. Еще каплю на поклон обилен кинешь, если сможешь, конечно. Сейчас будет вторая копия, надо будет сакру прожать. Незыблемость. Вот, давай. Интересно. Ну, вторая копия, почему бегает по рейду, господи. Что не так? Блин, прожми срезку. 20% хп. Почти. Ребята, дайте, пожалуйста, баф по ханту. Поднимайте людей. Каску дайте ханту. Сейчас будет. Знаешь, я релогнусь, окей? Только Лёха, ты не релогайся. В шкаф, пожалуйста. Черные драконы явились из ниоткуда. Возле кружочка шкаф. Происходит. Не обозначил другого места. Ладно, ладно, несущественно. Один за другим. Так. Я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага... Все, давайте баф отца опять. Пристабав лапу, каску по-быстренькому. Руководил кровожадный зари. МП5 нету, потому что холи пал пока оф. Замешано и более могущественное зло. В самом начале... Все, нокдаун, начинай. Ну или кто там танчит босс? Джерин, ты тут? Что сделал уже? Да, почти. Сейчас клавиш назначусь. Шо? Так. Чек на АФК. Короче, по тактике. Осквернение, Ренанта, свет, хилят остальные тьму. Тьма, варенька диспелит, свет я. Свет танчит войд, тьму нокдаун. О, блин, куда? Да нет у меня в рейде, я на шмане. Там поклон. Поклонский танчишь тьму. Так, четвертая пати, остается добивать големов. Инеры не давать. Только по моей команде. Кушаем рыбу. Корзул СС на третьей фазе на холи пала сразу. Танчит свет. Ну этот войд. Кто у вас холи пал? Ренанта. Десарь, будешь кидать на второй фазе с инер ультрашами. На третье осквернение. Нет. У меня фласки есть, фласка СПД. Сержик, заходишь? На холи пал, дай хан там МП5, если ты тут. Сейчас, да, сними метку, этот отсутствует. Сержик, где ты там? На
А, нет, не львога. Подождем. Напишите аркана, какой спек роли. Еще такой вопрос. Если свету все выносят позади, получается, одна на одну накладывается свету или там рядышком? Это... На третьей фазе все метки назад, ты просто смотри, где они изначально будут еще лежать. Если там темная лежит, ты в нее не забегаешь со светом, ты просто левее или правее выносишь ее. А на первой фазе мы выносим эту метку в сторону хвоста, потому что будет метеор, тебе придется оббегать этот метеор через дальше. Поэтому надо оббегать через хвост. Потому что если ты будешь выносить метку через, ну, к морде, ты будешь делать большой крюк, чтобы обижать этот метеор, и, скорее всего, умрешь. Получишь ГП за это. Чек ГП. Ренанта, варенька. И еще... Я больше запущу запускать эту. Ты заходишь во тьму, хилишь на второй фазе тоже, потом выходишь в свет, хилишь с холипалом. Окей. Давай я тебе дам харзум. Где ты там лазишь? Дам тебе маску. Арина. Короче, у меня тут еще с ивента осталась фигня. Вот это. Можно завершить. Шесть испытаем. Ренанта, ты тут, Джерион? Где ты лазишь? Может, зарешают. Ну, подожди секунду. Ладно, давай пока поиграемся в мячик. Настроить, фокус настроить, потому что тут, ну, без мышки, ну, там два мышки. Андрейся, нету места. Андрейся, нету места, тогда ты будешь ловить мяч. Интересно, чтобы настроить макросы по фокусу, там же все равно мышка надо вроде. Ну так настраиваю я мышкой по-любому. Что за вопрос? Без мышки, типа, не настроить. Ну чё, у кого-то ещё есть мячи из толстой кожи? Да, у меня в банке валяется. Не один, поверните мой. Я думал, ты играешь без мышки, потому что мышка сломана, тебе просто делать нечего. Все три вернули мне, супер. Ну чё, скажешь, когда будешь готов? Лучше бы скелетика при этом. О, смотри, у меня пукан горит. Так, я знаю, кто это кидает. На, будешь ли прогномом теперь? Все, я готов. Отлично, чек. Сейчас, короче, БТК падает сразу. Как смешно. Клипец тут. Да тут я, тут там. Заходим за линию. Поклонский, начинай. Вары, клик на ХП, не забываем. Становимся всегда в квадратик. Перед метеором подальше от фрейма становимся. Смотрим метку, альте, выноси. Ну. Через хвост возвращайся, побежали, метеор. Надо было ближе к хвосту выносить. Смотрим лужу. Лужа разливается хорошо. Первая метка выносится к морде. Босс, играйте, не увидите трэш. Сам зальется.
Баш, метка. Вот так у нас метка на первой фазе. Встали в квадрат. Бежали метеор. Босса играемся. Смотрим лужу. Лужа в рейд течет. Давайте в квадрат встали. Носки, не заходи сразу. Подожди, пока лужа пропадет. Моравинт метка. Хилы диспельте. Так, жди, пока лужи пропадут. Все, заходи по-клонски. Сначала по-клонски заходит. Рейд зашли. Четвертой пати остались. Бьем черик. А, сейчас поставлю. Филиппес, давай. Бей этим взрывом. Черик играем. Инеры ультрашами залить. Бля, ультрашами. Осквернение, ты ж. А, нет, да, ультрашами. Туз. Скажите, когда зайти. Блин, тоже ты с нами заходишь, будешь дамажить там. Когда зайти? Ждите. Хорошо. Заходи. Зашли. Чё, привычку протопал не заходить, не знаю. Сакры покидать, подамажить. Давайте, встали в квадрат. Сейчас будет метка одновременно с лезвием. Смотрим, как ее будут выносить. Надеюсь, кинется на меня. Вот, смотри, как выносится метка. Сержа, кинер залил уже, да? Хорошо. Смотрим в лезвие. Так, ждем метку. Никто не выходит в портал, ждем метку. Бедолом, выноси метку. Все выходим в портал опять. Зул СС не забудь дать. Встали в квадрат. Свет. Тотемы в центр поставишь. Щит земли на воина. Давай рост, свет. Осквернение с рост. Встали в квадрат. Квадрат бьем. Дессер метка, я здесь пейлю. Отойди подальше от фрейма. Метеор. Побежали, метеор. Вань, дожди. Во тьме даем рост, свет бьем только большого голема сейчас. Никто не бьет Халиона. Филиппец сам себя. Взрывом разума бьем Альтея. И так далее. Играйте большого голема, милики, мелкий трэш, все в трэш, играем, Халиона не бить, свет. Трубасик метку. Бьем Халиона, сам себя диспель. Встали в квадрат, ультрашам метка, БДК во тьме, прожимайся. Побежали метеор. Смотрим лужи. Алена, святу не бить. Эскейп нажали. Ждем большого голема. Мелкий трэш. Сержик, выноси метку сам себя. Играйте большого голема. Все большого голема, мелкий трэш. Ах, ладно, диспелю. Молодец. Не диспелю его. Ну ты же сова. Подымайся. Клапу, давай большого голема бей. Ультрашам метка, встали в квадрат, все, Халена свет убьем, Белин каплю на переходке дашь войду. Побежали метеор. Сержик, Дессер, Иннер, осквернению даем, смотрим лужи, лужа в рейд. Бедолом, выноси метку, Белин, давай сак, не давай сакру. Розетта метка, большого голема сыграли. Альтея, давай гимн на ману, осквернение ставь тотем. Потом дает Филиппец гимноману. Сразу же. Сержик, подымай Дессера. Встали в сову, бейте Халиона. На танке метеор смещайтесь в квадрат. Смещайтесь в квадрат. Внимательно лужи. Повезло с лужами. Отошли в квадрат, отошли в квадрат. Филиппец гимна отхил.
Альтея гейм на отхил. Трэш. Большого, отведи трэш, большого играем. Большого голема играем. Хильти протопала. Сержик, выноси метку. Блять, что ты наделал? Встали в квадрат, добили мелкий трэш. Побежали метеор. Падаем, находим лужу, падаем. Блять, Сержик, ты не можешь сам себя здесь пылить метку? Почему ты в лужу побежал и сдох? Побежал, хвост поднялся, а там лужа как раз была, и она в лужу попала. Ты сейчас просто тупо... Этим первый, да, я промазал реально клик. Юзал себя, чтобы диспелить, тупо не ю... ну, типа не диспелило. Ну, а второй раз ты сейчас просто на тебя вешается метка, у тебя пол хп, и ты забегаешь в лужу и умираешь. Да. Нет, тут и мой косяк, я не спорю. ХП давай. Ладно, со следующего трая ГП. Давайте да, дальше. Так я понимаю. Десель, не рви агро, если видишь, что срываешь, бей Халиона. Не надо, чтобы жили все, они показывают свой ДПС. Он здесь не нужен. Пока что. Альте, опять. Поднимайтесь быстрее. Да, течет сразу лужа в рейд, все, до свидания. Я реально диспел понял, не нажалось что-то, не смог тебя диспелить. Второй, да, я затупил. Баф. Там просто две лужи были, я побежал под хвост, а там... Все, я уже... Сейчас это уже не важно. Давайте кресты. Это еще горн, крик на хп. Чек. Выпейте настойки. С нас человек без настоев. Кулак по друиду. Крест по магу. МП5 и инту. Джерин куда-то охнулся. Сейчас будет МП5. Выпейте фласки все, потом просто мы убьем минусную и по тем, кто без фласки бил. Я каску по холипал попал. Раз. Дали каску тебе. Варенька готов, Ген. Да, все, заходим за линию. Зашли за линию, сейчас будет пулк. Давай, по-конски начинай. Давайте, все то же самое, тут ничего страшного не было. Альтея метка, в сторону хвоста, деп. Возвращайся. Побежали метеор. Близко метеор, быстрее бежим, далеко бежим. Смотрим лужу. Сержик, выноси метку. Не туда, но ладно. Подальше от босса отошли, сейчас будет метеор. Жирен, выноси метку. Бежали метеор. Смотрим лужи. Это главное. Морвинд, выноси метку. Диспальтиву. Халиона, играем все. Трэш потом. Заходи сразу, БДК. Потом рейд. Терто-пати ромбьем. Заходите, рейд.
взрыв разума. Я-то помню, а Альтея не помню. Ну, сейчас я напомню, с помощью ПК. Альтея без взрыва разума на третьей фазе. Скажите, когда зайти. Блин, метка. Заходи. Заходи. Входим. Блин, выноси. Сейчас будет метка с лезвием. Смотрим лезвие, метку. Выноси назад. Лезвие. 52. Сейчас будет переходка, ждем метку. 50. Не выходим, ждем. Осквернение. Выноси метку, не в портал, только все, выходим свет. Выходим свет, поставишь тотем там. Встали в квадрат. Давай рост, свет. Альтея, Филиппец, взрыв разума. Рената, сам себя сможешь здесь поделить? Ладно. Бежали метеор. Во тьме дали рост. Свет, бьем большого голема. Смотрим уже, это главное. Большого голема сыграли. Филиппец. Протопала бы ДК, кота хилим. Дубасик метка, кота хилим. Кот, иди побей Халиона пока. Трэш, добить Халиона пока не бить. Все, Халиона бьем, стали в квадрат, Филиппец опять метка. Стали в квадрат. Давай. Отойди, Дессер, отойди. Сейчас будет метеор. Побежали, метеор. Халиона свет не бьем. Сержик, Дессер, Инеры, заливаем в квадрат, отошли. Шаман выносит метку. Большого голема сыграли. Сейчас будет озарение, подожди. Альтея, давай гимномана. Поставь тотем. Дессер, не бей трэш, бей босса. Харзул метка, отошли в квадрат, диспелю. Алена, играем. Побежали метеор. Каплю на Войта дайте. Смотрим лужи. Лужи нормально. Играем большого голема сейчас. Все РТД большого голема. Моровинт метка. Диспелю, антимагия, незыблемость. Играем большого голема. Взрыв разума не забываем. Халиона теперь дамаги больше. 60. Трися метка. Линкуйся маг быстрее. Побежали метеор. Побежали. Главное сейчас не умереть в лужах и убить спокойно большого голема. Смотрим лужи. Лужи текут нормально. Так, давайте РД большого голема. Трися метка. Халиона свет не бьем. Бьем большого голема трэш. Так, становимся в квадрат. Бьем Халиона. Блин, метка, выноси. Сам себя сдиспелишь. Так, метеор, побежали. Ну, не знаю. Добивайте. Стопать, два ляма. Не, выноси метку. Ладно, бейте пока трэш, ждите. Гимн отхил, давай. Филиппец, гимн отхил.
Все, добивайте босса. 13% хп у Войда было. Вот. Давно было с первого трая убить, и седьмого уже. Так, давайте. Сапоги для танка на мейн. Кому-то надо? Болим на оф. Так, Билин писал на ретрика. Билин выигрывает. Так.